Всем привет! Сегодня готовим быструю выпечку со свареным тестом и яблоками. Все ингредиенты в описании под видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. 5 крупных яблок моем в холодной воде и разрезаем. Удаляем сердцевину. Нарезав все яблоки, подготавливаем основу для сиропа. В удобную кастрюлю или ковш наливаем 200 мл воды. Кладем 200 грамм сахара. Пропорции для сиропа 1 к 1. Очищенные яблоки нарезаем тоненькими дольками, толщина одного ломтика не более 2-3 мм. Кладем нарезанные дольки в кастрюлю. То же самое проделаем со всеми оставшимися яблоками. При необходимости добавляем немного воды и сахара. Ставим яблоки вариться на средний огонь. Пока яблоки закипают, подготовим тесто. Предварительно тесто размораживаем и даем немного подняться. Не раскатывая пласты теста, разрезаем на несколько полосок толщиной примерно 2-3 см. Готовить будем два вида выпечки. На каждый вид у меня ушло по 2 пласта теста. После закипания яблоки помешиваем, давая им равномерно провариться. Как только яблоки станут мягкими и эластичными, снимаем их с огня. Подставив под рушло глубокую емкость, сливаем яблоки. Яблокам даем стечь. Сироп, образовавшийся после варки, оставляем. Теплые яблоки выкладываем ломтиками на полоску теста. Аккуратно закручиваем полоску теста в рулет. Края теста защипляем. Готовые розочки выкладываем на противень с пергаментом или антипригарным ковриком. То же самое проделываем со всеми оставшимися полосками теста. Противень отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Пока булочки запекаются, подготовим второй вариант выпечки. На нераскатанный пласт теста выкладываем слоями яблоки. Скручиваем тесто в один большой рулет. Срезаем рулет на кружочки толщиной примерно 3 см. Края теста защипываем. Таким же образом разрезаем весь рулет. Выкладываем кружочки в форму, смазанную растительным маслом, оставляя между ними небольшое пространство. За 5 минут до готовности булочки достаем из духовки и промазываем сиропом. Отправляем в духовку еще на 5 минут. Готовые булочки достаем из духовки. Следом в духовку отправляем форму для запекания со вторым вариантом выпечки. Выпекаем в течение 15 минут при 180 градусах. За 5 минут до готовности выпечку достаем и смазываем сиропом. Отправляем в духовку еще на пару минут. Через 2 минуты достаем форму с выпечкой из духовки. Перекладываем на блюдо. Сверху пирог посыпаем корицей. Вот такой порционный яблочный пирог с корицей у нас получился. За счет того, что тесто в конце запекания смазано сиропом, оно не крошится, не отслаивается. Булочки и пирог получаются очень вкусными, нежными и сладкими. Слоеные булочки с яблоком по желанию можете посыпать сахарной пудрой.
такая выпечка готовится очень быстро, не отнимая у вас много времени. Подаем выпечку с чаем или кофе. Приятного вам чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно.